Ребят, всем привет. Мойка двигателя. Ничего сложного нету. Снимаем аккумулятор. Можем оставить, накрыть только клеммы. Накрываем каким-нибудь пакетом целлофановым генератор. Накрываем катушку. Сначала пена, а потом оббиваем. Мойка Хьютер. За нее есть видео. Единственное, поменял пенник. Баллончик. Генератор остался прежним. Все, ребят, ничего страшного, не бойтесь, наносите эту пену, ничего не будет. Весь у вас там, конечно, провода не оголенные. Ждем, впитается, потом с объем водичкой будет чистый двигатель. Пена чуть постояла, в реакцию вошла, и теперь можно смывать. После мойки реально посвежал.